На следующей неделе в Самаре стартует второй этап чемпионата России по пляжному футболу. Игнорировать такое событие мы не будем, так что просто понаблюдаем за пляжно-футбольной жизнью команды изнутри. Не успел закончиться первый тур чемпионата России по пляжному футболу, в котором железнодорожники заняли обидное второе место, как команда «Локомотив» уже вовсю готовится к поединкам за первенство Москвы. Обстановка в команде очень веселая и дружеская, и ребята даже пригласили меня сегодня с ними потренироваться. Приняли меня здесь как своего, и даже экипировку клубную выдали. В физическом смысле особых трудностей я здесь не заметил, хотя и по зыбучему песочку, в отличие от газона, бегать намного сложнее. На следующее утро у меня даже ноги болели. Тренировка скорее носила восстановительный характер. Упор сделан на гимнастику и легкую атлетику. Никаких силовых упражнений, ведь команда накануне играла, а впереди еще матчи на первенство Москвы и второй этап чемпионата России в Самаре. В понедельник уже команда выезжает в Самару. У нас будет ответная игра на Суперкубок России и полный этап в Самаре. То есть 6 игр подряд каждый день. Когда началась вторая часть тренировки, у меня появились трудности. Мяч контролировать босым, да еще и на песке, намного сложнее. Как выяснилось, здесь свои тонкости. Оказывается, перед ударом надо найти бархан и быстро поставить на него мяч. Либо подбросить вверх за счет стопы, а не колено, как это делается в большом футболе. В общем, если всего этого не учесть, удар не получится. Все эти хитрости усложняют работу и вратарям. Испытал на себе. Отскок мяча почти невозможно предугадать. Видимо, по этой причине именитый новичок Лока Александр Филимонов сначала внимательно присматривался за работой более опытных вратарей пляжного футбола. И лишь потом сам занял место в рамке, будто еще сам не знает, что здесь да как. Сомневался и, наверное, до сих пор сомневаюсь, потому что совершенно другой вид спорта, вот, достаточно специфичный. И пока привыкаю. А вот один из героев прошедшего этапа чемпионата России Егор Еремеев, забивший 9 мячей в 4 матчах и арендованный у «Локомотива» краснодарской «Майной Вирой», уже давно привык к игре в футбол на пляже. А вот по поводу своего будущего все равно сомневается. Легионеры там не понадобились, а вдруг и нужны сейчас еще больше, там третьего хотят. Посмотрим, все это вопрос руководителя клуба будет решать. Что же касается моего будущего, сказали, когда технику подтянешь, приходи еще на просмотр. Авось повезет, возьмут в команду. Сергей Кузьминок, Иван Попов, «Футбол России».